Корреспонденты информационного портала «Толк» в своем материале отвечают на вопрос, сколько стоит недвижимость в Барнауле и легко ли накопить на квартиру. Оказывается, в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения Барнаул находится на 63-м месте. В лидерах Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань и Сургут. Специалисты посчитали, как долго придется копить, к примеру, на типовую однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра на вторичном рынке. Так сколько? Все расчеты, а также мнение экспертов на этот счет читайте на «Толке». В регионе выросла цена на бензин. Об этом уже пишут корреспонденты «Аргументов» и «Фактов Алтай». По сравнению с серединой января стоимость литра бензина марки А92 поднялась на 15 копеек, марки А95 почти на 70. Пока осталась прежняя цена на дизельное топливо. Это повышение было ожидаемо из-за увеличения НДС. Прогнозируется недолгая стабилизация цен, а затем небольшой рост, скорее всего, к весне. Барнаулец продает уникальную банкноту за 1,5 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда. Барнаул». Эта банкнота в 200 рублей и, как уверяет владелец, купюра – единственный экземпляр с нестандартным размером. Объявление он снабдил фотографиями, на которых видно, что размер купюры действительно нестандартный. Правда, заместитель управляющего отделением Барнаулбанка России Андрей Антипов предположил, что эта купюра является бракованной, учитывая, что ее размер больше, чем у стандартной. Бийские автомобилисты возмущены поправками, запрещающими прогрев двигателя. С января 2019-го правила дорожного движения запрещают стоянку с работающими двигателями в жилых зонах, а также приравненных к ним дворовых территориях. Теперь прогрев более 5 минут влечет за собой штраф в 1500 рублей. Автомобилисты Наукограда возмущены такими поправками в закон, ведь учитывая, насколько холодные в Сибири зимы, многие просто не смогут утром завести свой транспорт, пишет бийский рабочий. Барнаульский аэропорт готовится к ремонту международного зала ожидания за 3 миллиона рублей, сообщает информационное агентство «Банкфакс». Заявки подрядчики могут подать до 30 января, итоги конкурса подведут 21 февраля. За полгода подрядной организации предстоит провести масштабные работы.